начинать. Швид. Сейчас мы узнаем, покажет ли мне что-нибудь игра. О. Так, в правом вот что-то есть. У нас Рагна. Почему в правом? У меня вот тут, короче, у меня в обоих углах сейчас Рагна. И во втором тоже внезапно Рагна. Рагна. Ничего внезапного вроде. Популярный персонаж. Мейны просто в обоих. Рагна. Ранкур иногда засматривается там на Рэйчел, допустим. Зачем засматриваться на Рэйчел? Из нее посадят больше, чем тебе ты весишь. Я бы не засматривался на Рэйчел. Там вообще ее, у нее мужик охраняет, ее такой дедок. Дедок. Так, у левого Рагна, значит, апельсиновый меч. Да. А правый? Да, правый слишком стандартный. Я поэтому болею за левого. Сейчас ты будешь видеть чудеса ДП, возможно. Да нет, смотри, идет Фуци, хоп-хоп, панчики, ножки, хоп, 5Б, божественный антиэр, комбы, хоп-хоп-хоп. И кладет его в угол. Сейчас будет сразу ресурс. Видно то, что знание очень хорошее, буст. Отдал буст один Рагна, но... И все равно вернулся в угол. Ранкор падает. Делает крим-трапы. Не американские сеты, они не такие делают вещи. Просто разгромил. Первый раунд остается за Ранкуром. А ДК по какой системе, Гарри? Слово. Дабл элиминейшн. До двух побед. Ну то есть до двух, да? Ага. Два раунда. Вообще два матча по два раунда. Опа! Там блокаблы пошли. КГшные сетапы на бросочек. Думаю, что ты будешь. И мы видим комбо из угла в угол. Рагнар. Потому что ты Рагнар. Бейт ДП идет, не очень помогает, не панишь. Потому что его там нету. Так, стороны поменялись. Крим-трапы. Лада попадает удары. Но Лада, к сожалению, не очень хорошо удержал в углу. Ничего страшного, он... Когда он к нам пришел? Недели две назад? Нормально так активно начал играть. У него здесь все шансы, на самом деле, начать побеждать. Да, новичкам сегодня не очень повезло. Не, ну почему? Не наоборот, повезло. Еще есть шансы поиграть. Да. С нормальными сильными игроками это редкость. Розовые квадраты. Итак, пока у нас 1-0 в пользу Ранкура. Посмотрим, что показывает второй матч. Ну, второй матч Лада должен взять и дальше победить. Тем самым он себе апнет квадрат. Я сомневаюсь, что от одного матча он апнет себе квадрат. У нас есть человек, который очень любит квадраты. Фанки? По-моему, он наоборот их не очень любит. Я вот специально его не называл, нет, ты, короче, все испортил, просто спалил человека. Да, я говорил о фанке, да, он судит. Скорее, их не любит. Он их обожает, иначе бы он... По крайней мере, он не любит цвет своего квадрата. Другой вопрос. Тем временем инициативу снова берет Ранкур. Его где идет буст на камбу. Отлично. 800. Промах антиэром. Идет Фуци, который Ранкор выигрывает за счет опыта. Но делает какую-то адскую камбу. Эйсета из Америки. Опа! Опа! К сожалению, не знает, как продолжить. Почему ни одного дивайдера не было? Потому что... Ранкор, раздели, пожалуйста. Что за... Вот. Дивайдер и камбы нет, потому что зачем? Так понимаю, это не мешает ему выигрывать. К сожалению, он выиграл. Хотя на самом деле я болею. Видим просто революционные матчи Рагна versus Рагна с одним дивайдером и то, как паниш. Это был даже, конечно, это был не инвульный дивайдер, поэтому счет. Поэтому я говорю про другое. Инвульный дивайдер. Так. Панчи, как будто я не знаю. Лада взял инициативу. Вот стритфайт такой стоит. Попадает ударами, но не конфермит Ладо. Не, ну заметь, Ладо делает какие-то камбы маленькие. Лучше делать маленькие, чем дропать большие.
Ну да, но... Лучше разделять. Там сразу автокомба маленькая идет. Так. Мой после краски можно лезть панчик. Оп-оп-оп. Панчики. Так. Почему он 5D нажимает? Я вот не понимаю. Нравится, может? Не знаю. Так. Оба противника потратили бурст. Ну, у Лада преимущество пока. О, нет. О, нет. Вот. Вот там было. Лад еще есть шанс. Еее! За... What? О! Ушли дивайдер! Можно заканчивать. Ну, чуть-чуть. Ранкур выбирает. Вот как только, короче, один из драгон сделал дивайдер, он... Лады, к сожалению, попадает в сетку лузеров. А ранкур проходит дальше. Люди не знают, кто наш стрим комментирует, оказывается. Вы хоть представьтесь. Его комментирует Миндлекс из Широсика, а я здесь так, мимо, как ходил. АТ, который мимо проходил. Мимо АТ. Мимо АТ, да. Кощеяд. Кощеяд. Как гласит твой PSN. На PSN.